Здравствуйте. Рады приветствовать зрителей. Долго затянули нашу встречу. Ну, даже люди спрашивают, когда будет продолжение. Бывает всякое. Это хорошо, потому что некоторые интересуются и пусть смотрят. Продолжим наши беседы на тему. Мне тоже пишут и звонят, интересуются. Ну, хорошо. Вы знаете, как-то даже вот альтернативный такой вот взгляд, трезвый, он очень многим интересен, потому что, наевшись квасного патриотизма и каких-то зашоренных взглядов, люди начинают понимать, что, помните, как Высоцкий пел: «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята». Да, была такая песня. Мы закончили в прошлый раз на опричнине и на том, что вот эти вот нашествия Девлет-Гирея на 71-й и 72-й год, битва при Молодях. Я думаю, это события такие, которые просто открываешь интернет и читаешь все, что хочешь. Слава Богу, про битву при Молодях сейчас. Да, сейчас стали, да. Раньше я очень удивляюсь, что ее практически не было в советские времена в школьных учебниках, этой битвы при Молодях. Хотя, по сути дела, для становления московского государства, она не меньше, чем Куликовская битва. Поняли потом уже. Затравка Ивана Грозного. Я вот что недавно обнаружил, только в 1925 году, вот уже при советской власти, историки раскопали записки того самого Генриха Штадена, который якобы был опричником. На самом деле он был простым барыгой, скупал у опричников ворованные вещи и продавал. Значит, ну, неважно. Но он оставил записки, написанные, его заставили там в Литве, когда он сбежал в Литву, написать записки про Ивана Грозного. И вот эти вот записки раскопали и начали исследовать. И вот пошло, возникло, у него там было про битву при Молодых написано, заинтересовались историки. И только после этого, заинтересовавшись этими делами, они начали активно изучать. Да, нет, историки, конечно, дореволюционные еще, конечно, знали. Ну, она всегда была известна. Ее не исследовали глубоко. Мне кажется, вы знаете, вот эта битва при Молодях, она была специально Романовыми зашорена, чтобы вот это, да, Грозного, вот да, вот да, 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 и не просто самой эпохи, а вот, понимаете, как было всегда такие вот две исторические тенденции. Одна рассматривала Ивана Грозного как персонажа такого смешанного и рассматривала и плюсы, и минусы, которые были при нем. А другая, вот более официальная, такая романовская Шарашкина контора, пыталась выставить только самое-самое скверное, что было плохое. А все, что хорошее, пытались не то, что даже переврать, а исключить вообще даже с повестки дня, то есть обсуждение или этого вопроса. Или извратить до безобразнейшей формы. Да, да. Ну, мы должны, конечно, с вами сейчас все-таки пару слов сказать о том, что Девлет-Гирей все-таки спалил Москву. И в 71-м году. При первом нашествии, да. И проблема из этого говорила о том, что опричнине все-таки пришел конец, потому что она заелась, зажралась, обнаглелась. Ну, к сожалению, так всегда. То, что плодится возле вожака стаи, наглеет, теряет нюх, теряет контроль над собою и обычно превращается в нахлебничество. Оно еще причем чем хитро, вот как при нынешних современных архиереях тоже. Люди, которые крутятся возле них, вот это такая сволочь приархиерейская, они обычно изучают недостатки человека и легко играют на них. Причем, будучи, по сути дела, врагами церковными, они умудряются заниматься развитием духовности, возрождением и развитием духовности. Но вот тоже постигла и опричнину. И вот к 71-му году выставлено было вровень 5 полков для защиты Москвы, из них 4 земских, 1 опричный. То есть они до такой степени обнаглели, что некоторые даже не хотели на военную службу идти. Они себе, как наши олигархи, купили гражданство на Мальте или в Лондоне. И денег много, бояр пограбили, и, в общем, они забыли о российских интересах. Но все же, вот, я не знаю, как правильнее сказать, милости Божией, или, может быть, опять, проще можно сказать, костями русских мужиков, как у нас вечно все было. Выехали мы на этой битве при Молодях и дали отпор южному нашему соседу, другу, или, как сейчас говорят, как Путин любит часто выражаться, наши коллеги,
Вот, такие как бы некие в политическом плане, в политическом поле, получили отпор от нас. И причем этот отпор был очень серьезным. Он обезопасил, там еще было несколько последующих битв, которые полностью обезопасили Астраханскую часть, Поволжье южное, самый выход к Каспийскому морю, обезопасили кубанские пределы. И вообще крымским татарам стало понятно, что эпоха легкого разграбления южных пределов Руси для них прошла. Был маленький нюанс. Ну, еще вдобавок в этот момент, понимаете, вот вся сложность, еще шведская война, север, и все, и вот то, что все же и Иван Грозный, потерпев, нельзя сказать, что неудачу, но как правильно выразиться, все осталось как было, то есть вся Ливонская война, она ничего не забрала у России, ничего не дала. Русских ни новых земель, ничего, вернее, не позволили. Да, то и потеряли. В основном из-за боярских как раз вот этих таких предательских действий, когда выясняли, чья задница должна сидеть на золоченом стуле, на кто будет сидеть первым на троне, а кто вторым. И пришлось заняться южными пределами. И все-таки это было правильно, потому что юг это все-таки плодородие, юг это все-таки богатые урожаи. И действительно так потом, впоследствии, так и оказалось, что именно вот эта часть империи стала самой богатой. Самый промышленный. Да, плюс потом при Сталине уже советской промышленной, при царях еще, да. Вот эта вот территория, где сейчас идет война, как раз вот это, да, оно все оказалось, да. Вот именно вот эти пределы, это по сути дела, надавав по ушам туркам и надавав по ушам их сателлитам крымским татарам, и завоевал, отстоял Иван Грозный. Значит, пока далеко не ушли. Прямо буквально, конечно. Там был маленький нюанс. Дело в том, что не просто так дали по ушам от Османской империи, а действительно, ведь они там помогали. Конечно. Они обязательно... Там сменился этот... Османский султан Османской империи, умер Сулейман Великолепный, который доходил до Вены, пришел в результате там интриг его женушки, вот этой вот хохлушки. Да, хохлушка развалила Османскую империю. Да, она с помощью интриг завалила его нормального наследника. Она не то, что там, понимаете, в чем дело? Пришел к власти Селим Пьяница. Пьяница, да. Проблема, знаете, в чем заключалась? Ничего такого страшного не было. Ну, была любовь, там, шум, гам и прочее, все остальное. Как ее звали? Так, а как же ее звали? Роксолана. Роксолана, да. Она ничего такого страшного не сделала. Она сделала не страшное, но очень страшное. Она развалила... Как ее звали? У меня это... Сноха. Это самое. Да, я когда-то одну постриг монахини и дал имя Соломея. И архиерей говорит, не бровь, а глаз, скалопендра, она и есть скалопендра. Вот здесь такая же ситуация заключается в том, что вот эти все традиции Османской империи были четкие. Приходил новый сын к власти, всех убивал, братьев, причем без разбора убивал. По закону. Дело в том, что у них положено да, было всех наследников, убирали, им присылали убивали, шнурок, да, душили, или яд, и они да, сами и все, и приходил новый султан, и до свидания. А она разрушила вот эту вот систему своим таким напором хохлядским. Разрушила, и все, и пришел к трону в результате пьяница. Как и у нас, блин, при Ельцин пришел какой-нибудь. Да, и поэтому вот такого напора может быть мощного, и слава богу, не получилось на Москве. Ну и второе, я все-таки настаиваю, что к этому времени еще... сами опричники сыграли все-таки колоссальную роль, потому что там войско отражало, несомненно, в прямолодях объединенное земское и опричное. Опричной частью командовал Дмитрий Хворостинин, но видите, земской момент. Михаил видите, Воротынский. Видите, и оба момент. Показали великолепные военачальственные таланты. Они были до этого, до 1972 года раздельными войсками,
А уже в 1972 году Грозный их объединил, эти войска. Тоже и более того, даже, еще больше скажу, он запретил даже название опричнины произносить, Иван Грозный. Видимо, ну, как бы время прошло, он выполнил то, что он хотел. Иван Грозный очень хитрый политик был. Он делал свои, осуществлял какие-то свои задумки, понимая систему сдержек и противовесов. Весной надо готовить телегу. Осенью надо готовить сани, а не наоборот, чтобы было все в свое время. Есть. Я думаю, версия, что Иван Грозный прекрасно понимал. Ему эта опричнина нужна была, чтобы сломить шею боярству, которое препятствовало централизованной царской власти. Следовательно, самодержавного государства не могло быть. Могло быть только вечные, бесконечные вот эти усобицы, когда одни травили другого, пытались подложить кому-то в постель свою дочь, чтобы породниться, кого-то придушить, кого-то забить. Давить, кого-то купить, кого-то продать. И вот на этом у них была вся эта их жизнь заключалась. Но это хорошо, когда мы живем в клетке, в гадюшнике в каком-нибудь. Одни крысы крупные пожирают бульмик, все. Но в размерах такого и огромной великой державы эта система оказалась гнилым дном. Совершенно, система, да. ЧК, да, чрезвычайная, да, комиссия. Да, она оказалась невозможна, потому что вместо того, чтобы заниматься государственными интересами, они занимались своими междуусобными, да, бесконечными делюшками. И мы уже говорили, что в 70-м году 15 виднейших, да, опричников, да, были казнены. Да. В том числе Афанасий Вяземский, в том, да, числе, да, да, там целое семейство. Отец и сын Басмановы, значит, и так далее. И на их место пришли другие. Да, Василий, вот Грязной, Грязной, Малюта, да, Скуратов, значит, да, из более, да, низких слоев общества. Абсолютно Иван точно. Да. Ну, он просто как бы те зажрались, теперь пришло время другой системы. Более того, знаете, еще вот в 72 году он устроил празднование в Новгороде в честь победы при молодях. И там еще топил опричников и боярских детей в Волхове. Потому что доходило до вот этих вот самых вот этих как бы зачистки до последнего, до самых дальних пределов. Уже поскольку ну, и сама эта битва дала ему еще такое определенное усилие. То есть он укрепил южные пределы государства. Самое интересное еще один момент. Вот как то, что касаемо церковной жизни внутренней. Я тоже этому свидетель. Вот могу просто свидетельствовать своим собственным опытом. Своим. Вернувшись уже потом после битвы, Грозный начал репрессии над всеми теми, кто ему помогал против митрополита Филиппа. У нас очень любят мертвых. Вот Филипп пока был живой, был плохой, а как умер, так стал светильник Божий сразу. У нас точно так всегда бывает. Я видел, сколько Игналия в архиереев. Да, да, да. Игналия в архиереев пинками взад били, а потом те, которые гонителями выступали, сами сожалели об этом, сокрушались и приносили еще об этом покаяние. Вот, например, был решен сана, вдруг ни с того ни с сего, рязанский епископ Филофей. Был лишен сана, который был сам, что он только не делал, чтобы очернить Филиппа, услужить царю, что царь все-таки прав в этом деле. Потом был, вот помните, мы с вами читали интересные моменты о том, как поехала целая бригада, ревизионная комиссия на Соловки, выявлять, а не говорил ли Филипп что-нибудь когда-нибудь лет 20-30 назад, а не колдовал ли он и черных кошек на кладбище не закапывал камушками соловецкими, и не свистел ли на веники, не летал ли в трубу монастырскую. И что интересно, никто практически не свидетельствовал плохого на Филиппа ни за подкупы никакие, ни за угрозы. Да, был хороший человек. Но был там такой товарищ в то время, ну, который не, без этого не могло обойтись, был поставлен, это... Был поставлен Паисий, такой соловецкий игумен, который помогал Ивану Грозному в борьбе с Филиппом. Его взяли за шиворот и в яму на Валааме. Паисия, да? Да, Паисия этого, в яму на Валааме, и все, и там он и окончил свои дни. Без всяких судов и следствий, без ничего. У него уже свидетельство. Да, да, да. Как бы он их использовал, Грозный,
Но все-таки, зная, что они чмушники, воздал им чмушническую награду. Такая гадость ему была. Да, ему, да. Он, потому что он прекрасно понимал, что в дальнейшем они могут ему принести. Ну и самое главное, этот Иван Кобылин-то, который сидел, пристав, судебный пристав, который сидел в отрочьем монастыре и все глядел в замочную скважину, чем Филипп дышал там последние вздохи. Так его тоже сослали в далекий монастырь каменный на Каменном озере, где заключили там пожизненно в этом монастыре. Даже надзирателя, который просто следил за Филиппом. Вот такая вот... Григорий Лукьянович остался. Ну да, Григорий Лукьянович остался. Ну такова была судьба доносчику, как говорят, первый кнут. Хотел я еще несколько слов сказать о внешней ситуации политической в этот момент. Ну, как бы несколько вкратце таких моментов. Та самая Елизавета I, которая отказала Ивану Грозному в женитьбе и отказала ему в помощи против поляков и шведов в Балтийском море, получил ответные реакции. Он отменил все привилегии торгового этого английского московского дома, написав письмо, что кроме выгоды своей больше ничего они не ищут у нас, и пользы никакой московской державе совершенно нет. Понял таки. Да, ну он думал, все-таки надеялся на то, что... Но он, что он хотел здесь преследовать? Он преследовал противостояние Швеции и Англии в Балтийском море, и думал, что Англия окажет России поддержку против шведов, поскольку, ну, как бы и какие-то английские интересы тоже в этом были. Ну, какие? Торговля. Самое главное – торговля. А тут она, смотри, хочет торговать беспошлино, да еще и никакой поддержки. То есть наших купцов грабят шведы, а англичанам не грабят. И нам-то никакой поддержки от них от этого нет. Ну, естественно, он разозлился и ей эту грамоту отменил. На эту тему, если можно, маленькую конспирологическую... Конечно, конечно. Версию. Да, версию, конечно, даже, конечно, конечно. Даже очень серьезно об этом написано. В это время у Елизаветы I был такой деятель. Звали его Джон Ди. Это был резидент, разведчик. Ну да. Первый. И как бы в своих донесениях, ну, он был очень такой политологически очень подкованный человек, даже в мировой схеме, он составил теорию Зеленой империи. Может, слышали такую? По которой Великобритания должна была взять власть над Америкой, северными вот этим предметами, территориями, значит, Индией и Русью, вот это вот московским государством. Вот это все должно было входить в Зеленую империю. То есть и последовательно вот эту вот теорию Великобритания воплощала в жизнь. Поэтому ничего, ничего удивительного, что вот Иван Грозный столкнулся вот с таким вот, когда он шел с открытым душой и на сотрудничество с Великобританией, а они в это время подразумевали нашу территорию как территорию колонии, которые подобно Америке, где должны были все аборигены быть просто уничтожены, подавлены и превращены в рабов. Вот примерно так. Поэтому ничего удивительного в этом нету. Кстати, этот Джон Ди, значит, это вполне историческая личность. Свои донесения он подписывал Елизавете I, знаете как, агент 007. Серьезно, об этом говорят. Оттуда и пошло. Да, да. Нет, первый раз слышу. Вот, а его сынок был представлен к московскому двору. Значит, получил фамилию Диев. Значит, и работал он аптекарем при царе. И вот с этих пор начались отравления нашей романовского рода. То есть всех, кого потом... царских родов. Господи, рюриковского рода. Угу. Естественно, вот этих вот всех, которые и представляли из себя какую-то силу и власть. То есть, когда скрывали вот эти вот могилы последних Романовых, они все были напичканы ртутью. Угу. В том числе и был последним отравлен этим Джоном Ди. Ну, больше некому было отравить, когда отравили Скопина-Шуйского. Уже во времена смуты. Это уже потом. Да, да, да. То есть он так прочно закрепился при русском дворе и так вот владел вот этими вот вещами. Дело в том, что люди склонны к доверчивости. И, это не моя придумка. Да. Извините, я сошлюсь на источник. Склонны, да. Потому что это никакая не конспирология. Об этом говорит наш знаменитый аналитик, историк Андрей Ильич Фурсов. Да, вполне, вполне, конечно. Да, я даже вообще не сомневаюсь, что попытки были такие. Извините меня, американцы Фиделя Кастро 23 покушения на него делали, и то умер своей смертью. Вот. А здесь неудивительно, если есть покушение на
такие великие личности, то Иван Грозный явно не избежал этой истории. Давайте, наверное, подходим к нашему Симеону. Но мы еще тут нет, еще у нас еще тут буквально пару слов. Значит, в 1569 году состоялось создание Речи Посполитой, подписание договора о вхождении Литвы в Польшу. Вот это все соединение, вернее, общего государства. Причем это вы не думайте, что Литва — это вот та Литва, в которой 2 миллиона человек сейчас живет. Тогда Литва — это вся Белоруссия, кусок Украины, еще, так сказать, Подляшье, так называют. Да, да, да. Вот, да. Да, поэтому здесь это огромные территории, которые вошли и соединились с Польшей при Сигизмунде. И в результате всего это этого... Это Юго-Западная Русь. Просто. Да, это Юго-Западная Русь. Да, она все славянские территории. Причем в это же самое время обсуждается вопрос о избрании Ивана Грозного польским царем. Ну, в чем вот после этого можно говорить? Это вот любят, да, у нас очень любят, понимаете, у нас любят, вот сволочь, такой негодяй, все, вот такая же. И эти самые же избирают, поляки его выдвигают на царство. И он практически был бы избран, если бы он дал свое согласие, он бы избран был польским царем быстро. Он сам не дал своего согласия на это, выставляя там разные условия и прочее все остальное. И еще больше вам скажу, это так же, как вот Сталина любят хаять. Так что же его хаяли, зачем тогда Черчилль ему вручал меч генералиссимуса, там, называл его победителем во Второй мировой войне. Все говорит о том, что на самом деле в тот момент, ну, не так относились к историческим событиям. И Ивана Грозного никто не считал там тираном и негодяем и прочее все остальное. Его считали обычным царем, защищавшим свои интересы, свои вотчины, своей земли, своего народа. Поэтому то же самое можно сказать к любому политику и любому государственному деятелю. Ну, а в зависимости от того, что появились новые противостояния, новые опасности, значит, мертвых же не вытащишь из могилы. И не спросишь, и начинают влагать им в уста, как попы очень любят, кстати, это делать. Разным святым, там, древним людям говорят, что тот говорил то. Когда начинаешь разбираться, в помине такого вообще не было ничего. И больше того, да и сейчас тоже, вот при мне само свидетельство, игумен понатащил в монастырь баб. Вот мужской монастырь, а все бабы, кухнями, бабы там занимаются. Женщина, естественно, это ни к чему хорошему не приведет, потому что начинаются, ну, естественные процессы человеческие, жизненные, кто-то на ком-то женится, кто-то что-то, ну, ничего хорошего с этого не будет. Либо драки с мордобоями, вообще, ну, в общем... Это уже не монастырь. Да, это уже будет совсем другая организация. Ну, его спрашивают, зачем ты понапер монахов-то? А мне старец благословил, там какой-то. Какой старец? Что такое? Звонят тому старцу, а тот говорит, я ничего такого никогда не благословлял. Вот этот человек, то есть, ну, в общем, это просто свое для себя, даже незаметно своя выгода превращается в общегосударственное вранье. Ну и вот еще один такой маленький исторический факт этого момента. Иван Грозный решил действовать точно так же, как поступали европейцы. Вот задумайтесь только. Один раз, немного даже, был такой швед Карсвен Роде, которому он выдал каперскую грамоту, Иван Грозный. Пират. Да, пират, который в Балтийском море грабил шведов и поляков. А к тому времени Елизаветы этих каперов были тысячи, которые в основном грабили испанские караваны. Ну, вот такой исторический момент. Значит, в 1575 году по желанию великого царя и государя Иоанна, тогда еще ни нумерологии этой не было, 4-го, 3-го, 5-го, 1-го, одни первым его называют, другие четвертым, у каждого там своя историческая правда, Романовы потом все еще переделали. Появилось странное желание, причем он высказал его митрополиту, он высказал его, это свое желание, боярам, он высказал это ближайшему своему окружению, причем прямо весной, прямо с начала года, что, дескать, ему... усталость великая пришла, и хотел бы он преемником себе поставить на московском престоле крещенного хана из Касимовцев, крещенного татарина Симеона Бекбулатовича. Ну, этот процесс был такой тайно-шептальный, что все
приняли царскую волю, совершенно не роптав. Ну, и уже вот, никто не роптал. Да, все никто боялись. Не все боялись, да, да, ужаса. Что у него там на уме, да, что у него там на уме неизвестно. И вот, значит, он был венчан на царство с титулом великого князя всея Руси. Царский титул Иоанн оставил за собой, назвал себя Иоанном Московским и поселился. Да, 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 и поселился на Петровке. Петровка 38. Вот мы говорили про агента 007. Петровка 38. Поселился, блин, на Петровке. Из этой самой Петровки он и управлял государством, по сути дела. Чем же знаменит Семен Бекбулатович? А ничего он не делал, Семен Бекбулатович. Мне он очень напоминает Дмитрия Анатольевича Медведева. Только хотел вот. Сказать. Он очень сильно напоминает этот переходный период, как говорится, от малого государя к великому государю. Но задачу он главную выполнил. Знаете, что он сделал самое важное? Говорите потом. Он забрал у всех епархий и у всех монастырей насильным способом. Отобрал древние грамоты, которые выдавались еще Иоанном Иоанновичем, Василием, и до него еще Василием Темным, и там еще князьями древними, чуть не до Андрея Боголюбского, грамоты на всякие поповские вольности. Льготы. Да. То есть были монастыри. Кстати, это было не только в России. Такие штуки были и на Востоке, и в Египте. Например, на Синае до сих пор в каком-то из монастырей действует, есть грамота, выдана чуть ли не Магометом, чуть ли там не самим Магометом, а его племянником, а то ли Сулейманом, то ли Аманом, я уже не помню, кем-то, но буквально вот чуть не самим Магометом выданная, Мухаммедом выданная грамота. В свете этого понятно, почему именно крещеный татарин был поставлен. Вот, в чем и был поставлен крещеный татарин. Значит, это Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Бекбулатович, он был поставлен с этой единственной целью. Он забрал все эти древние грамоты, и поднялась смута. То есть попы привыкли, тут у них бесплатная рыба, тут земля, тут еще прочее, все остальное. И вдруг раз, беспошлинный проезд, и тут вдруг раз, и ничего не стало. И поднялась целая смута. И тогда, когда началась, она достигла пика, этот скандал-то поднялся, Иван Грозный вернулся на престол, как бы умаливаемый прихожанами, то есть подданными, и показывая, что могут быть цари еще и похуже, чем он, то есть это самый Дмитрий Анатольевич Медведев, как бы отстранив его так потихонечку в сторону, и в то же самое время возвращая назад эти поповские грамоты. Но в очень урезанном объеме, от себя, уже не от там каких-то древних великих там царей, которых он не, как бы не мог оспаривать, он же получается их потомок, как же он деда своего, прадеда грамоты забирает. А тут какой-то Дмитрий Анатольевич Медведев пошуршал, пособрал бумажки, а он им говорит, да ты ж дурак, да чуть-чуть вернуть надо, денег нет, но вы держитесь. И значит он стал возвращать эти все грамоты и вернул большинство, но при этом не вернув совершенно денег, которые собрал Семен Бекбулатович, а причем суммы просто невероятные. На Новгородской епархии 100 тысяч рублей. Это было, я не знаю, это все равно, что сейчас 10-20 миллиардов долларов, наверное, если не больше. С Рязанской епархии 50 тысяч рублей. С Псковской 40. Ну, в общем, там такие были сокровищницы, да. И он это все дело пособирал. Деньги не были возвращены. Они были рады тому, что им вернули эти грамоты. И счастливы. Потому что думали, что уже ничего не будет, да. И он им возвратил часть земель и часть их привилегий. А деньги эти все благополучно пошли в казну. На эти, по сути дела, деньги он и формировал, и создавал вот эту новую армию, которая потом оказалась ну, практически... Как вот Петр Первый, знаете, вот он делал преображенские полки там и все. Только вот, вот эта вот регулярность армии вот пошла из этих вот монастырских денег. Ну, что еще очень важно? Дело в том, что...
А по поводу Семена Бекбулатовича еще пару слов. Ну, давайте. Я просто решил там особо не останавливаться. Давайте. А еще давайте. Буквально добавлю, что было такое интересно, когда он ввел вот этого царя Семена Бекбулатовича, венчал, значит, он разделил опять земли между собой и им, что я, Иванец Московский, там буду вот там, а вот он будет здесь. Так вот, Семену Бекбулатовичу досталась опричнина, опричные территории, которые уже укатали в хлам. Значит, царю земства. То есть, и он там, значит, пошуршал, то есть, он взял их под контроль. Значит, то есть говорить о том, что это была какая-то идея выжившего из ума человека, совершенно нет, нельзя. Не, ну Дмитрий Анатольевич, разве Медведев, это идея выжившего из ума человека? Нет. Нет, конечно. Все очень нормально. Это целенаправленная, очень умная политика по подчинению всего государства единой воли. Да, да, да. И вдобавок еще, как забрать вот эти древние привилегии, да, законодательство изменить, по сути дела, без особого возмущения. Потому что в результате попы были счастливы, что им что-то вернули, потому что они уже думали, что вообще ничего не будет. Да. А как бы забирал-то не Иван Грозный. Забирал-то не он привилегии древних монастырей, а забирал-то совсем другой царь, который оказался еще хуже, может быть, чем Иван Грозный. Да-да-да, еще есть один внешнеполитический нюанс, который я нигде не читал, но вот я так думаю, тоже скажу. Почему Иван Грозный так быстро свернул? Можно было еще поработать на эту тему, но он быстро свернул. Дело в том, что в Польше пришел на трон очень известный такой иезуит Стефан Батурий. Батурий, да, который намного причинил. Иван Грозный, конечно, политика была понятна всем. Он знал, они все знали друг о друге. Это нельзя говорить, что тогда не было никаких сообщений. Все друг за другом следили, конечно. Все друг друга знали. И он понял, что пришел на польский трон сильный человек. И оставлять, ну, пора было прекращать. Вот. И, по-видимому, это тоже сыграло свою роль, что он быстро вернулся. Конечно, я даже думаю, именно пришествие на трон Батория и то, что Баторий очень там намного чего причинил всякой пакости, будучи, по сути дела, талантливейшим человеком, он, Иван Грозный, собирает именно к этому, в связи с этим всеми делами. Он вынужден был собрать собор 1580. Пошла мобилизация, практически началась опять мобилизация. Вы совершенно правы. Вот здесь я хотел затронуть именно вот то, что мы с вами изучаем, эту историю церковную, параллельно вместе с этими всеми политическими событиями, именно церковную историю. Это очень примечательный, интересный собор, начался он 15 января 1580 года, где царь, очень так скромно одевшись, пришел. А собор этот тогда, вы можете себе представить, это сейчас только вот там патриарх сидит и вместе с приближенными старыми дедами, которые вокруг него. А тогда это был собор такого огромного земского масштаба. То есть приезжали миряне, протопопы, монахи, наместники монастырей, епископы, митрополиты. То есть все съезжалось. То есть это был такой очень, ну как бы представительский съезд, так, совет народных депутатов. Съезд народных депутатов. И в той форме, которой он мог быть тогда, в то время. И вот приехали все практически российские территории, и царь прямо откровенно, все пишут об этом, и епископы в воспоминаниях своих, и всякие там даже иностранные свидетели, все очень-очень серьезно указывают на то, что он прямо вышел и заявил о тяжелом, очень тяжелом положении, в котором находится сам, и он вместе со всей русской державой. Говорил он долго, говорил проникновенно, и даже самые такие сомневавшиеся спорщики приняли, услышали его мнение. Вопрос заключался в том, что он практически просил у епархии, монастырей, просил денег на войну. Дело в том, что у религиозных государств, которым мы в то время являлись, то есть всякие Византийские империи там и прочее, всегда так было, что основная часть финансовых средств оказывалась в руках разных религиозных деятелей. И вот здесь действительно были приняты решения о выделении этих средств, а также было принято решение, очень наиважнейшее, чтобы
запретить монастырям прирастать новыми земельными угодьями, потому что они отбирали всю государственную землю и налоги не платили. То есть получалось как, вот умирает какой-то разорившийся такой небольшой помещик, дворянин, там боярин или какой-нибудь служилый человек, и у него деревенька. И он ее на помин души завещал. И это было, вот это, если так вот я просто сейчас сказал, это было настолько массово, что да, самым крупным землевладельцем была русская, да, была поставлена, да, препон, да. Но все равно продолжалось. Все равно продолжалось. Да. И вот было принято монастырям запретить принимать на помин души вот эти земли, а которые были приняты вернуть. То есть вернуть, представляете, что такое вернуть? Были возвращены миллионы сажен плодороднейшей земли, причем вместе с теми, кто ее обрабатывал, эту землю, с этими деревеньками. Самое главное, надо было испомещивать военные служилые сословия. Да. И так и получилось. Именно вот этот собор 80-го года и дал разоренной бесконечными войнами на севере, на юге казне. Из всех там, вы знаете, из последних 25 лет правления Грозного, 3 года было мира, 22 года войны. 22 года постоянные набеги, воровство и прочее все остальное. Поэтому, так сказать, что вот это был очень важный такой, очень исторический момент. Перенапряглось. Перенапряглось. И вот в этот момент и архиереи, и наместники монастырей все это приняли. Ну, видно, они, ну, люди же тоже не идиоты, они понимают, что если придет крымский хан, то больше придется отдать. Возможно, и голову. А если придет иезуит Баторий, да, то она никому, да, не покажется. А возможно, и свою собственную голову придется отдать. Mm-hmm. И поэтому было решено меньше. Как мы дальше там потом будем смотреть, наши тоже предки были не идиотами и взвешивали, в какую сумму им обойдется заплатить царю или в какую сумму им обойдется нашествие каких-нибудь поляков там или еще неизвестно кого. Вот. Ну и воодушевившись очень этим, этой речью на соборе и тем, что его все поддержали, то есть такое переизбрание генерального секретаря произошло, он почувствовал народную поддержку. Вы думаете, что первым делом было сделано, когда он вернулся к нормальной светской жизни? Была разворована немецкая слобода. Ну, надо было как бы показать, что это все эти пиндосы виноваты. Разгромлено. Да, разгромлено было просто немецкая слобода. Потом, знаете, самым главным, каким им был упрек, везде все самые в летописях пишут, потому что они были заносчивыми и ходили в таких одеждах, как принцы и принцессы ходят. Вот за это их и грабанули. Да, ну там всякое было, конечно, но самым главным смехом вот то, что они были слишком заносчивы, и в это просто сами виноваты. Что их надо все равно что сказать, ах ты, блин, дура шубу норковую одела, ну так вот тебя грабанули, сама виновата. Там был еще один важный финансовый и политический момент. Дело, ну, в том, что немцы в своей слабости гнали, курили вино, испаивали, да, стрельцов, посадских, да, 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 людей, и 10% служили, этого имели. И имели неплохой гешефт. Да, да, конечно, конечно, это тоже несомненно. И все, все эти кабаки немецкие были разнены, все было закрыто. Да, да. Ну, я думаю, что, скорее всего, именно за это... Недавно, кстати, знаете, один из журналистов, я все время удивляюсь, вот как случайно умные люди задают Владимиру Владимировичу Путину такие случайно умные вопросы. Один там сказал, вот как у нас конкорды самолеты летали. И вдруг раз Путин говорит, надо возродить производство конкордов в России. А тут вдруг раз один говорит, а может быть, Владимир Владимирович, рекламу водки возродим на телевидении. И тоже говорит, да, надо подумать над этим вопросом. Это говорит о чем? Что поиздержалось российское государство. И казну пополнять. Появились новые идеи. И умные мужики такие, из народа, не из Кремля, а из народа задают умные-умные вопросы по поводу того, как наполнить казну российской державы. Ну и вот, что дальше произошло. А дальше интересная была другая вещь. В 81 году приехал, так называемый, это тоже очень касается именно церковной стороны, все-таки иезуит Пассивин. Да, вот, да, до Пассивина, батюшка, можно? Да, да, конечно, конечно. Да, да, давайте, это на следующий год. Давайте, да. С 89-го, да, года вот этот Стефан Баторий очень умелыми действиями. 69-го.
79-го. С очень, очень умелыми действиями 79. Практически отобрал у Московии все земли, которые... Да, которые отвоевал Грозный. Которые да. отвоевал Грозный. Финский залив, да, южную да, часть, да. выход к морю, Белоруссия. Почувствовалась часть. Угроза, что вот этот да. умелый военачальник сегодня приведет и захватит практически Три года перемирия. Запросим. Но Баторий, вот после того, как он обратился к людям, он споткнулся на Пскове. Дело и не в том, смог взять и не смог. Там дело в том, что была организована героическая оборона, в которой участвовали как потомки да. опричников. Да, да, там да, был Андрей Хворостинин, это брат родной Дмитрия Хворостинина, да, который да, отбивал в молодях. Так и с земской стороны правильно, правильно, да. Иван Петрович Шуйский. У нас любят смоленскую оборону больше показывать, а Псковская, по-моему, еще важнее была. Очень важнее, да. Они практически, Батория об нее споткнулся. Много раз он осаждал, но вот эти вот военачальники Шуйский и Хворостинин, там да, еще да. были несколько имен, они да. организовали кстати, я читал книгу, героическую оборону. Как начали возмущаться все эти посполитые вельможи, Речи Посполитой, из-за огромных затрат, которые понес на осаде Баторий, за огромнейшие, там тоже миллиарды, если на среднем деньгами миллиарды. И они начали возмущаться, и он понял, что у него начнется в Варшаве смута, и он вынужден был дальше не пойти, потому что он понял, что если он Псков не может ковырнуть, то даже... Да, да, политик. И именно вот благодаря этому он не пошел дальше к нам на наступление чуть-чуть не до Москвы. Да, да. Совершенно. Значит, после этого уже да. Ну, это буквально через сколько? 2 года разница. 81 год. Видимо, я думаю, что это тоже было явно не без Батория, поскольку Баторий поддерживал с римским папой ближайшие контакты. И папа посылает такого своего нунция, монсеньора. Тоже иезуита, которого посылает на беседу с Иваном Грозным. Дело в том, что уже понятно было, что Грозный не молодой, он болел сильно, у него были такие всякие окаменения на ногах, связанные, может быть, с потравами, может, с почечными болячками. Уже, да, он уже в последние годы он уже и ходить не мог, его носили на таком специальном паланкине. На него страшно смотреть. Да, он был в 50 лет, как дед, как лет, которому 70 уже да. было. Вот. И они решили, вот, обычно в старости религиозные деятели всякие, и начинают свою муру. Как сказал один профессор, не слушайте меня, когда я стану маразматиком старым, слушайте меня сейчас, пока я соображаю и знаю, что говорю. А когда я начну говорить 85 лет, это уже буду говорить не я, а склероз, маразм, простатит, гепатит и еще неизвестно чего, какие болезни. Да, поэтому говорить надо, пока мозги соображают. Не зря в 60 лет на пенсию отправляют. Не, дедов же, 60-летних же не берут сразу всех в Кремль, например, там, маршалами и генералами не ставят, а говорят, послужил, все, теперь отдохни, иди на заслуженный покой. Так и здесь то же самое. Они решили его взять Грозного уже в возрасте измором. Хотя гетьман польский говорил ему, что это бесполезно, и он ударит вас клюкой и выгонит от себя. Но все же этот Пассивин поехал, и миссия его была именно беседовать с Иваном Грозным. Это было целый год продолжавшейся встречи. Он его склонял принять унию. Да, да. Причем Флорентийской еще. Да, он по правилам Флорентийской унии предлагал ему принять вот эти условия присоединения к католицизму. Грозный не спорил с ним, но очень умело отходил от всяких споров, приводя труды, ну, видно, он тоже беседовал там с попами московскими, естественно, с митрополитами, приводил такие мудрые исторические факты, кои вообще не оставляли Пассивину никакой надежды. Тогда Пассивин начал ему обещать, вот это, знаете, тоже опять, у нас попы очень любят Царство Небесное обещать, то есть здесь ты вот сгниешь в дерьме, а там-то ты вот награду на небесах получишь. А мы-то пока на Мерседесах будем и на Бентли ездить, а ты-то знаешь, что и рабы возрадуются вместе с господами. И он начал вешать лапшу Грозному на уши о том, что Папа Римский, в случае, если он согласится, да, приложит там все усилия, не знаю, продаст собор Петра и Павла по камушку, но найдет средства для того, чтобы не то, что Польшу присоединить и
Белоруссию, не то что Украину, но и еще и Византию всю присоединить к Российской империи. Ну, это, как говорят, говорят, что кур доят, вот. Но Иван Грозный на это дело не повелся, потому что он прекрасно понимал, что папа в любой момент, как та самая русалка хвостом вильнет, и нет ничего обещаний никаких. Что обещали, что не обещали, ничего не осталось. Это как нашим белогвардейцам сегодняшним, да, пообещали, да, Дарданеллы, да, и Босфоры, и все на свете. Да, да, да. Пообещали. Да. Не подписывая при этом никаких договоров. Как Горбачеву пообещали, да, не расширять НАТО. Да, это и сейчас лучше все остальное. Да. Ну, и вот пассивина это тоже. Это не просто они любят, это обезьяний принцип. Вы должны понимать, что здесь вот эти древние какие-то инстинкты пробуждаются в человеке, и вранье оказывается гораздо дешевле. Можно обещать, ну, все что угодно, хоть царство небесное, но пришедшее в силе. Ну и вот Пассивин, после того, как ему не удалось это все в духовном таком плане, вот эти беседы о том, о Византийской империи, о огромной, там, не знаю, величайшей власти, которую получит Иван Грозный, он перешел к предложениям с различными союзными договорами. То есть заключить союз с Польшей, заключить союз с другими вассалами римского папы, вплоть там чуть ли не даже до определенных договоров со Швецией. В каком плане? В плане того, чтобы Россию отягчить такими огромными обязательствами, либо санкциями торговыми, когда бы российская торговля не получала никакой прибыли, чтобы все вывозилось из России, ну, да, и ничего не осталось. Точно так же, как вот сейчас с нами произошло. Я вот недавно сидел, смотрел, в общем, капитал олигархов, которые вывезли из России деньги, больше, чем то, что мы сейчас все население России имеет. То есть вывезено столько материальных средств за границу, что их больше, чем те деньги, которые сейчас на руках у людей в стране есть. И главное, это никого, ничего не страшного, все нормально. Тут надо войну объявлять. Да, надо объявлять войну. То есть надо что-то делать, я не знаю, как-то либо повеситься, либо действовать уже без, ну, не останавливаться перед такими ужасающими. У нас же есть патриарх, который говорит, что вся власть от Бога. Да, 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 да. А наши попы начинают опять все петь молебны о том, что как все хорошо, и как все прекрасно, как хорошо и чудесно. Да. Да, на самом деле, конечно, принцип должен быть вот такой, как с этим Пассивином, да, который ушел. Не солоно хлебавшим. Мне еще нравится, когда Екатерине приехал француз. И Грозный с ним вел очень умно. Да, да, он играл с ним. Пассивина, да, договорился с Батурием, он заключил ям за польским миром. Да, он заключил, да, мир, и в конце концов оказалось, что... Я имел в виду не солоно хлебавшим, в том плане, что его хитрости ни к чему не удались. Наоборот, Иван Грозный выиграл в том, что в трудный момент заключил более-менее приемлемый мир с Баторием. Именно благодаря этому Пассивину. Я вспомнил сейчас еще, когда француз один хитрозадый, который изобрел лотерею денежную, приехал к Екатерине Великой и предложил ей среди народа разыгрывать эту лотерею. Она мне сказала, мы не такая бедная страна, чтобы так жестко грабить собственный народ. А у нас, видишь, можно это дело, и все нормально. А тут оказалась другая совершенно история. Ну, кстати, исторический пример, который прекрасно знал Иван Грозный. Они же были не дураки, начитанные, и знали великолепную историю. Конечно. Помните Даниила Галицкого, 13-го? Да, чем это все? Ничем, ему предложили корону, папа, да, римский. Да, он, да, эту корону принял, да, и думал, ему тут посыпятся на него манна небесная. А закончилось все очень, очень плачевно. Конечно, тем более, что, понимаете, вот у нас сейчас тоже любят орать, что нужен царь там и прочее, все остальное. Царю корона – это кусок золота. Его можно в любой момент переплавить, украсть, подарить. И потом ее будут показывать в Конгрессе Соединенных Штатов Америки на хрустальном подиуме, как эту корону дураков. А
Царь, он может быть только тогда, когда его поддерживает народ, когда у него есть финансы, когда у него есть сила, когда у него есть средства, а не как вот с Данилом Галицким, да, ну дали тебе это на голову, одень, попрыгает, хоть ведро на голову одень золотое, хоть с бриллиантами. Подтверждение хоть... ваших слов, вспомните, великолепный фильм советский. «Корона Российской империи», третий фильм «Неуловимый мстители», вот сборище дураков, которые дрались за эту корону. Тем более, что вообще история показывает, что практически каждый новый государь делал себе свою венчальную корону, которая ему была удобна на голове. И ничего страшного, нет, тут какой-то вещи привязались, когда колдовство, магия, какая-то шапка Мономаха там, или вот эта Екатерина себе завабахала эту корону великую. Все, нет, вот нужно к ней прицепиться, и вот это должно быть. Святынь, да не в этом святынь, да. Святыня не в этом, святыня в сердце и в душе, не в мощах, а не Иван в костях. Иван прекрасно это душе понимал. Человека. Прекрасно. Да. Вот был мудрый правитель. Он никогда народ в общей в своей массе не обижал. Он бил конкретно по руководству. Ему это было необходимо. Да, он бил конкретно и гнобил кого? Элиту нагибал. В это же время та же самая Елизавета I делала то же самое в Англии. Причем она это кровавее сделала в 10 раз. А нет, она наоборот вешала простой народ. Она вешала всех. Всех под всех. Особенно простой народ, который сгоняли с земли. У нее была другая проблема. У нее были протестанты и католики, чего не было у нас. И эти протестанты и католики грызлись вечно между собой. Вот как у нас бояре устраивали интриги, это было то же самое в Англии. Она не могла, ей нужно было убить кого-то, да, чтобы все были лояльны, понимаете? Плюс экономически. Да, вот представьте себе, что у вас государство, да, в котором живет 50% евреев и 50% немцев. Причем немцы руководили... Генрих VIII ввел, когда протестантизм, конечно, в государстве было... Да, начался сильный очень раздор, и ей не было возможности, она поэтому делала... Почему она вешала и бедных людей? Потому что как раз веру-то защищали больше всего простолюдины. Хитрожопые богачи сразу принимали ту веру, которую надо было ей. А простые люди всегда и пострадали. Плюс всегда. К тому не забудем школьную программу. Начиналось широкое освоение вот этой промышленности, мануфактуры, которые сгоняли крестьян с земли. Рабочая сила бесплатная. Нет, с земли лишних крестьян сгоняли, этих лишних людей просто вешали. И они уничтожали они должны чисто были, физически. Их не просто еще. Из-за бродяжничества вещи. Да, еще не просто это. Они еще нужны были как рабочая сила на фабриках. А вот кому не доставалось тех просто уничтожали. Ну, чисто физически. Перевешали так 1080. 80, больше 80 тысяч человек. Да. Причем при самых таких кровавых оценках Ивана Грозного, хотя он больше правил, чем Елизавета по сроку, даже самые кровавые говорят, что 25 тысяч человек он казнил. Умеренные говорят, что около 15, а реалисты, которые основываются на документах, дошедших до нас, 10 тысяч человек. 10-12, да. Вот, поэтому она в три раза больше, и ничего страшного с Елизаветой. Никто же ее не называет дурой, тираншей, кровопийцей всех времен и народов. Ну, женщинам всегда. Ужасная. Как англичане Грозного называют? Иван ужасный. Это, знаете, женщинам всегда было проще. Мужчины привыкли, что женщина утром улыбается, вечером бьется головой об стенку. То есть настроение может меняться как угодно. Поэтому Елизавете тоже простительно. Тем более она замужем не была никогда. Вообще там у нее своя сложная жизнь. А Иван Грозный предлагал. Да, предлагал, да. И в общем, что еще нам нужно с вами упомянуть? А упомянуть нужно как бы уже в заключении самый важный такой, касающийся именно нас, такое предсмертное деяние Ивана Грозного, это, конечно, Сибирь с Кучумом и с Ермаком. Грозный в этот момент находился в тяжелом положении. И Строгиновы самостоятельно на свой страх и риск снарядили Ермака и отправили его сюда, в Сибирь. У них была грамота. Да, у них была грамота, да. Грозный, когда узнал об этом, он им грозил вечной опалой. Угрожал, говорил, вы бы лучше вернули псковские земли. Да, псковские земли оберегать. Вот этих казаков. Казаков же называл ворами и разбойниками. Многие псковские, беды чинившие. Пермские, наверное. Пермские. А что там пермские? Кто там нападать там мог на пермские на земли? Перм, так, на Перм только. На Перм Кучум нападал. Ну, может быть, да. Последнее нашествие сибирцев как раз на пермские земли. Мне кажется, конечно, больше Псков беспокоил Ивана Грозного. Но, Псков это далеко. Да. Но казаки-воры могли приехать и туда. Называет их ворами, называет их обманщиками. Казаки многие воевали в Ливонских беды, а потом причины. Сбежали.
причинивший, причинивших многие беды нашим людям, причинивший народу русскому, вообще, по сути дела. В то время уже очень вот эти вот новгородские земли опустошены были, то есть населения было очень мало. Люди старались куда-то уйти поближе к Уралу, чтобы не попадать в вечную эту бесконечную резню. Южные территории бесконечными этими грабежами, вот только благодаря вот битве при Молодях, слава богу, там удалось начать развивать эти территории. И тут еще эти поперли к Кучуму в Сибирь. И угрожая он им этим всем делом, велел им вернуть. Но именно в это время, когда он им велел вернуть, уже к Кучуму пришел конец. И Ермак его тут разбил полностью. Ну, не пришел. Разбил его. 20. Нет, он мог и бегать, и прыгать. В чем пришел конец Кучуму? Он потерял царство. И авторитет среди вот этих всех, кого он драл, мелких народностей, которыми возили вечный ясак. Они поняли, что есть сила и на Кучума. И поняли, что Ермак лучше будет, чем Кучум. И в этом-то дело. Он мог прятаться, Кучум. Он мог что угодно делать, но рано или поздно самое главное свершилось. Само ханство прекратило свое существование. А там эти партизаны-перебежчики, они могли бегать. Это, как знаете, вот когда разгромили гитлеровские войска, то бендеровцы еще по 20 лет в подвалах сидели. До 70-х годов их выколупывали из подвалов в горах. Немножко возражу. Да. Дело в том, что Кучуму... Ермак был, кстати, не глупый человек. Он через Строганов обратился к сразу царю и кинул к его ногам. Да, он не просто кинул, он как бы поклонился ему себе. И все, Строганов там уже все. И тогда царь уже... И тогда он принял, это был праздник. Да, потому что они ему, ну естественно, они принесли ему не новую проблему, а они принесли ему новые земли. И главное, самое главное, вы должны тоже понимать, самая главная вещь. У нас тогда не было ни нефти, ни газа, лес из Сибири не возили, не было железных дорог. А какой дурак бы елку там какую-то или сосну вез из Новосибирской области в европейскую часть, эта елка была бы золотая, пока бы ее привезли туда. Тем более, что лесов хватало тогда в то время европейской части России, еще ничего не было вырублено. Даже Беловежская пуща еще осталась. Да, была вот. Ну, была пуща. А это была не просто... Это была валюта. Да, это была валюта. Особенно соболь. Особенно вот всякие и вот эти белка. Вот белки и вот норки, куница, в общем, куницы. Свете, да. И получалось, что вот, например, благодаря присоединению вот этой части, даже не всего до Дальнего Востока, а вот этой части, будем говорить, среднесибирской, западной, это низменности, а это просто ну, двойной, тройной, пятерной бюджет был. То есть можно было продавать... в год, допустим, не на 1 000 000 рублей пушнины, а продавать этой пушнины на 10 миллионов рублей. То есть это, ну, по тем временам было как все равно, что раскопать это гробницу Тутанхамона полную золота. Это реальная золота. Перспектива, да, грузная, да. Это почувствовал. И она была, они же ведь туда, Строганы тоже понимают, зачем они лезли туда, к этому Кучуму. Именно что нужно было. Вы даже не представляете себе, как в описаниях, вот если вам интересно, поищите, посмотрите описание, как привозили Кучуму ясак вот эти всякие мелкие народности, которые здесь проживали. Это были горы пушнины, горы. По улицам пройти было нельзя, были горы вот этих белок, соболей и всего остального. Причем белки вообще как семечки, их не считали за что-то достойное. Соболями считали только настоящими. Мехом. Все остальное, как, ну, как вот, я не знаю, как вот рыбу ловят, да, допустим, как пескарей. Эти горы, пушнины уходили мимо Руси. Вот, они о чем и речь. Они через Бухару, через Бухару, на Персию, через Волгу, Южное Поволжье, да, Веран. Да, да. Все уходило. Все уходило мимо. А теперь получалось, что свободный доступ сюда был закрыт, к Волге и к Каспийскому морю. Ермак занял эти все прииртышские, приобские территории, и все это попадало, все движение, вот именно все огромная эта территория, вся пушнина, добывавшаяся на этой территории, попадала в русскую казну. Вот такое вот получилось. Это, конечно, уже последний буквально год жизни Ивана Грозного, но само по себе событие
очень значимые. Вот такие вещи как бы, ну как бы не говорят об этом, но я вам просто скажу, что буквально за следующие 10 лет, вот при уже сыне, при Ивана Грозного, и за буквально 10 лет экономика в 2-3 раза, торговля выросла в 2-3 раза в денежном отношении. И больше того, вот это вот поволжское хождение караванов по Волге вниз в Персию стало золотым шелковым путем русским, причем совершенно освободившимся от крымских набегов, от Османской империи, ничего, просто торговля, ну, расцвела торговля. И народ расцвел, и народное самоуправление. Я хотел бы в заключение, ну, вы еще сказать еще вот такую вещь. Какова еще вот такая косвенная роль опричнины была? Мы уже говорили о том, что под опричнину попала уже предварительно, предусмотрительно попала вот эта средняя территория Волги. То есть под опричнину был взят под контроль. По Волге, да. А дело в том, что вот мы говорим земщина и опричнина. А дело в том, что земщина — это еще другой смысл. Это смысл самоуправления городского. Земские конторы, вот эти вот самоуправления, ну, они всегда, земские соборы, все. Иван Грозный в опричных своих землях позволил развиваться земскому самоуправлению. И дело в том, что потом, во времена смуты, это очень сильно показало, где сформировались, ну, да, самое лучшее ополчение. Если бы, Волге, да, если бы не в результате было чего? Этого, то не было в результате земского сбора. Новгороде, да. В результате земского сбора, в результате самоуправления городского, народного самоуправления. Я еще про то, что в народе Ивана Грозного почитали как мудрого и грозного, но мудрого царя. Всегда почитали. А вот верхушка его катастрофически не воспринимала, вот до потом Романова. Вот сейчас, благодаря вот этой всей обезьяньим крикам в интернете, и вот всей ерунде, которая в интернете есть, требования совершенно другие выдвигаются, требования к правителям. То есть, я не знаю, они должны уметь красиво свистеть, высоко прыгать через заборы, то есть нравиться как-то должны. Вы должны знать, что требования, которые предъявляли к средневековым государям, их народ, были совершенно другие. Первое, это было обеспечение безопасности, то есть, чтобы не грабили соседние там нападавшие всякие державы, или, по крайней мере, давать им достойный отпор, чтобы совсем просто не исчезнуть с лица земли. И второе, что было важно для царя, это развитие торговли, развитие свободного во всех смыслах тогдашнего бизнеса. Ну, естественно, конечно, религиозный принцип, там государь должен был хранителем веры быть. Вот это все, что требовалось от Ивана Грозного. Поэтому его наезды на бояр и централизация власти народом в общей массе и подчинение церкви. Да, и подчинение церкви интересам государства воспринималось народом вполне позитивно. С удовольствием бы рассказал про сибирские дела, но времени не хватает. Ну, потом как-нибудь еще можно. Знаете, помнить, что хотел еще добавить? Давайте в следующий раз. Да, когда дело в том, что мы говорим, все упразднили опричнину, ну, не, немного. И не упразднили, она стала до его смерти. Она переродилась в другое, в Государев двор. Абсолютно так и называлась. Государев двор. И существовала до его кончины. Пришли новые люди. Казнили тех опричников. Пришли другие. Как раз новые люди-то как раз Годуновы стали заправлять. О чем я хотел сказать. Пришли Годуновы, значит, Федор и Борис. Глинские, значит, опять же. Глинские вернулись, да, значит, Бельские. Бельские, значит, вот это Государев двор был, так называемый. Да, и наши Романовы, значит, брат. В общем, это все те, которые могли вполне попасть в санкционный вот список. Вот как раз государь. Елизаветы I или Стефана Батория. Дело в том, что Годуновы и Романовы сначала были в одной, ну, да, связке. Потом как раз стали в середине 70-х годов, когда вот они пришли в Государев двор. Никита, это важно просто для, конечно, нашей будущей. Конечно, Никита, конечно. Романович, это родной брат Анастасии, жены Грозного. Он был главой рода этих Захариных и Юрьевых. И но в 75-м году, а нет, все, вот в это время был Никита Романович, да. Как раз до смерти Ивана Грозного он правил этим родом. И они были вот в единой связке с Годуновыми, они были вот среди этого государева двора. Хотя есть маленький нюанс. И Годуновы, и Романовы — это бояре по кике, так называлось. Кика — это женский головной убор, их так и звали. Те, кто приходит на
за женитьбой своей породнился свыше вас, и через женитьбу дочь. Дал дочь и ушел. Да, да, да. Но у Романовых была более старая такая, более основательная, чем у Годунова. Годунова только потом, через уже после смерти. А, нет, еще во время жизни Ивана Грозного Годуновы женили свою сестренку на Федоре. На Федоре. Был еще... Если бы дети были, то... Он был даже еще не наследником. Да. Он был еще не наследником Федора, еще был жив Иван. Мы, кстати, не сказали про смерть Ивана, надо сказать, батюшка. Значит, произошла под конец царствования Ивана Грозного, произошла трагедия. Да, причем, мне кажется, что эта трагедия сыграла большую роль, чем даже себе можно представить. Конечно, был убит наследник. Немногие говорят, что он был отравлен. Некоторые говорят, вот я знаю, вы обладаете информацией такой, что... Идет спор. Да, вы знаете, что я могу сказать? Скрыта была могила Ивана Ивановича. Я могу что сказать? Можно я так расскажу? И вы скажете. Была скрыта могила Ивана Ивановича. Некоторые историки говорят, вот там не было никакого удара по виску. Значит, а некоторые говорят, что был. Значит, но в то, что Ивана Ивановича травили ртутью, что там в сотни раз превышало... Ну, не в сотни, в десятки раз. Сотни. У Ивана Грозного всего в 22 раза превышено. Это 22, если это от сифилиса, извините. Да, лечили от сифилиса. Это вот так, это есть такая версия, там в сотни раз превышала концентрация. Ну, может быть, да. И вот теперь скажите, чему вы учились, когда... Да, значит, это не Лавра Троицы Сергиева. Дело в том, что я частенько ездил в Кремль, и водили мы экскурсии, приезжавшие всякие такие, знаете, ну, какие-то благотворители, которым хотелось что-нибудь такое интересное. И вот водили их в Успенский собор. И Иван Грозный со всем своим семейством лежит в самом крайнем правом притворе. Здесь лежат мощи митрополита Филиппа прямо на амвоне. А за ними внизу, в этом самом, в подполе, в гробнице находится усыпальница последних Рюриковичей. Там находится и Федор, там находится Иван, и там находится Иван Грозный. По-моему, трое. Или даже еще... Нет, трое. Ну, да, может быть, да. Анастасия еще. Нет, женщин не хоронили с мужиками никогда. Они в этом хоронились даже в этом в другом монастыре. И потом, когда снесли этот монастырь, то же мощи цариц просто выкидали, при советской власти выкидали их чуть ли не на двор. А потом уже собрали в одну костницу там и переложили их. Царицы нас были всегда не в почете. Вот, и значит, что рассказывал? Рассказывал о том, что сделали в 63-м году. Были произведены вскрытия этих всех гробов. Причем не только Ивана Грозного, а всех. Что было обнаружено, что мышьяк немного превышает, в 2-3 раза превышает дозу мышьяка. Предельно допустимой концентрации, это, ну, это вот люди, которые работают на производствах, связанных с мышьяком, эту дозу имеют всегда, так что тут ничего такого нет. А вот дозы ртути превышались в десятки раз. Я не помню, сколько у Ивана Царевича самого, а вот у Ивана Грозного 22 раза обнаружили превышенное содержание солей ртути. Именно не самой ртути, а именно солей ртути, которые вот употребляли для лекарства, для лечения. И второй момент, что кости Ивана Грозного были сильно поражены болезнями, то есть остеохондрозами всякими, сталагмитами, сталактитами, нарушение, соль понарастала на стопах, он не мог ходить, шея поражение и прочее, все остальное, это все было. Лицо его точно Софья Палеолог, прямо копия, вот бабушка прямо настоящая. Это по восстановлению Герасимов восстановил. И, а у царевича Иоанна раздробленный висок. Раздроблен висок, череп, причем видно, что тонким длинным предметом, то есть не удар молотка, например, бух ударили и там провал в черепе, а тонким, чем-то длинным, то как штырь, тонким острым предметом, не нож, не копье. И почему склоняется, что это, скорее всего, вот этот боярский посох, вот, знаете, вот эти вот игуменские, царские, вот патриарх ходит вот с этой железной фигней.
посох такой вот. Если не ударить, то, конечно, можно проломить височную кость. Тем... Она не говорила нам, кто убил это, кто это сделал, как это произошло, но просто о костях, вот об исследовании костей это говорилось. Также говорилось, что у Федора был очень сильно гипертрофированный такой череп, свидетельствующий обычно о том, что это люди с психическими разными заболеваниями. У Грозного нормальный. А здесь вот такой вот череп был, как у больных. Генетическое отклонение. Да, генетические отклонения. Поэтому вот такая, то, что действительно это было... По крайней мере, он умер не сразу, а дней 10. Да, да, он мучился. Не, ну, если его в голову попали, конечно. Да, кстати, ну, кстати, если делалась операция, хотя... да, и вытащили бы эту височную кость, то он бы был жив, но тогда... То есть она провалилась. Да, да, да. Ну, другие историки утверждают, что там нету следов. Ну, я вам говорю, что вот такой нам рассказ... Это нам рассказывала профессор, как называется, я извиняюсь, в общем, археологией занимаешься, вот это палеоархеология, вот это, которая раскапывает кости. Ну, возможно. Это было очень давно, это, наверное, это 93-й год. Угу. То есть это получается, это было 25 лет назад. Вы слышали такое, да, свидетельство. И более того, даже еще, и это как раз если в 63-м году раскапывали, то это всего 30 лет прошло, в 93-м году было это событие. Лет 30. Да, да. То есть это вот такая, такие события, они действительно были. И ну, очень сложно что сказать. Он мог просто, вот, например, Иван Грозный мог его толкнуть. И тот мог упасть. Всегда вот эти посохи венчают сверху таким крестом. Если вот на такой металлический крест упасть головой, тоже можно. То есть, ну, какая-то стычка, что-то было. Что-то было. Да, что-то было. Тем более, что, несомненно, мы знаем с вами, что это даже мы не будем оспаривать, что Грозный отличался очень буйным нравом. И у него был такой вот характер, у него был не то, что был такой тишайший. Конечно, да, человек, да, уже, да, маниакальный. Да, хотя он прекрасно сохранял разум для того, чтобы с этим пассивином вести духовные богословские беседы. Но любая ерунда написана даже, это, я думаю, реально тоже правда, там не там положенный хлеб, да, кружка какая-то не та приводила его в ярость, да. То есть, видимо, ну, кстати, как раз тоже вот эта профессорша упоминала, что когда превышены нормы ртути в тканях организма, нервная система отличается крайней степенью возбудимости. Понятно. То есть, там, я не знаю, могла рухнуть колокольня, он мог на это не обратить внимания, а здесь могла скрипнуть дверь, и от этого могла быть истерика. Кстати, и царевич Иван тоже был недобрый человек, скажем, ну, да, так. Тоже с характером. Тоже с характером и довольно-таки. Видимо, это ртуть. Это ртуть. Да, я тут уже не стал тоже о его личности говорить, но это тоже, видимо, такое наследство бабушкинское. Во-первых, она сама была еще интриганка, да, вот. А во-вторых, и, видимо, ртуть. Ну, я рассказал о некоторой версии. Да, мы не будем здесь претендовать на какую-то... Не указал источник, да, интересуйтесь, пожалуйста. Претендовать на какую-то тут очень такую... Очень сложно. Почему? Потому что была очень большая сумятица при гибели... Вот это уже интересно, и, наверное, в следующий раз. Ну и закончим. Да, при гибели, да. Ну да, конечно. Ну и закончим уже, наверное, тогда тем, что, значит, 18 марта 1584 года, совершенно спокойно, попарившись в бане, играя за шахматами, вдруг стало ему плохо, и тут же был приглашен поп Феодосий, кстати, мой тезка, который его постриг в монахи с именем Ионы. Кстати, кто у нас был митрополитом в это время? Ну, я уже не помню, кто там был, извиняюсь, сейчас не буду вспоминать. Да, но не было никакого митрополита, да. А именно был вот этот поп Феодосий, и постригли еще и Ивана Грозного с именем Иона в монашество, великую схему. Был. Митрополит был, и через 4 года... Он уже был третий аж после Макария. Через 4 года как раз этот митрополит сыграет, да, интересную роль, и его тоже потерпит он. Ну, они все, да. И вот, значит, что произошло? А произошло то, что... Видимо, либо доза достигла своего результата, то есть накопилась нужная доза для удара,
Либо подлили что-то такое, что активировало эту ртуть. Это, кстати, тоже вполне возможно. Потому что есть катализаторы, которые в определенный момент, попадая в организм, вызывают еще большее отравление и прочее все остальное. И написано, что покаявшись, исповедовавшись мирно, то есть без всяких там истерик, плакав там с детьми своими, и это с этим попом Феодосием, вот он мирно... Ну, пришел. Вы правильно подметили, что поднялся большой шум после смерти наследника. Да. И тут оказалось, что Годунов, предварительно женив свою сестренку на Федоре, оказался в родне с наследником престола. Вот в чем смысл вот этого окончания начала царствия. И Годунов, как мы знаем, потом и дальше будет что-то замешан в убийстве царевичей. Поэтому здесь, скорее всего, возможно и это. Ну вот, Иван Грозный почил, и с ним почила целая эпоха. Значит, в наследство он оставил довольно ослабленное государство, но зато приросшее огромными сибирскими и астраханскими территориями. Ливонские войны, шведские войны, осталось тет-а-тет, все так, как было, ничего нового не приросло, не убавилось. Выдохлось крестьянство, не было возможности платить такие подати и налоги. Все это очень тяжело далось русскому народу, но... Оставил он после себя нераздробленную империю, раздираемую дворянами, боярами, неизвестно кем, а уже вполне осознавшее себя централизованное самовластное государство. Это очень много значит. Это самое главное. Ну, спасибо. Всего самого доброго, с наилучшими пожеланиями.